Хочу показать, как сделал душевую кабинку. Летом очень приятно. Это жаркое лето было. О, кошка прибежала. Вот. Так она выглядит. Но снаружи, скажем так, уголочки здесь. Вот. Да, как раз удобство. Вот. И хотел показать конструкцию. Как у меня это получилось. Может, кому интересно. Вот. Значит, вот кран с куба приходит вовнутрь. Вот. Пойдем. Значит, общий обзор. Трапик сделал. Ну, сюда вот. Ну, значит, там трапик получается. Я туда, наверное, колес закопал, колеса 8. Или 10, это самое, вазовских. Сделал ливневку слив. Здесь отлив. Откроется, нечего посмотреть. Ну-ка. Вот, открылось. Вон туда выливается вода, жуки ползут. Ну, это не перебирался, ладно. Трапик сгниет, поменяю, все надо будет. Вот. Ничего страшного, главное. Заходишь в комфорт. Вот. Здесь, конечно, я сделал с трубы, но нам не досталось, как говорится, сварщиков водяных в подарок, как говорится. Вот. Пришлось, конечно, профилем обшивать, чтобы поликарбонат лег. Ну, лучше делать с этого, с квадрата. Тут квадрат, стык, сварка, все удобно, кажется. То есть куб не достался, значит, на деревянном трапе. Вот. Я сделал такую сетку-решетку, как говорится, положил. Ну, вот уже много времени уже проверено, как говорится, стоит. Воду держит. Так, по водяной разводке. Сейчас я маленько от входа. То есть вот вход воды. Здесь, ну, краны для на зиму сливать. Как говорится, я сливаю с труб. Внизу не разморозил, ну фиг, полипропилен, как он себя ведет, не знаю, сливает, да и все. Вот, он заходит. Вот, здесь запитка получается в куб. Значит, поднимается вода. Это я открыл. А, это чтобы потом обратно шло. Вот, кран закрываю. Этот закрытый. Вот, идет она наверх. Допустим, выходит снаружи и ну, туда в куб. Сверху просто легче не снизу давить, а сверху бросать воду так легче. Вот. Станция не страдает, все нормально. Вот. Допустим, заправил когда воду. Вот. Получается, этот кран закрытый. Этот открытый. Это уже приходит, значит, сейчас покажу. С куба приходит, как называется, уже когда моешься, приходит сюда. Вот. Кран открытый. А этим уже, естественно, открываешь. Вот он, помывочный. Вот он. И пошло. Помылся хорошо. Что мне больше всего нравится, это когда в жару в трубах вода нагреется, тело привыкает. Вот. А потом вода меняется и уже более прохладно идет. И обмываешься уже прохладной водой. То есть не резко, не холодная, не постоянно горячая, как говорится. Ну, приятно. Вот, вернусь еще к одной трубе с куба. Это, то есть, на пользование. Вот, здесь, получается, труба у меня уходит просто этот. Вниз, там, хотел кран поставить, ну, заглушку воткнул уже. Втыкаю заглушку, как говорится, по кран забываю. Это сброс воды, как говорится, на зиму уже. Под осень, когда уже замерзать начинает, ну, осень-то уже не нужен душ. Сам пик жары, как говорится, вот. В телечке, вот. Как-то получилось у меня подворотные, как говорится, петелечки у дверей. Ну, это уж каждому на фантазию. Не так получилось. То есть, без, чтобы ни выноса не было, просто вращение на оси. Вот. То есть, как бы, я считаю, что нормальная конструкция. Вот. Так что, как говорится, если интересно, то может дублировать. Покажу снаружи.